Всем привет, с вами Хватит 3 минут. Сегодня я вам хочу показать бой, где набил рекордное количество урона для себя. Отыгрываю на гриль 15. Смотрим на сетап команды нашей противника. Обращаю внимание, что у нас 4 HST. Зачастую должно кидать 3. Либо, допустим, одного класса 3 ST, либо 4 ТТ, ну и так далее. Здесь я принял решение поддержать наших союзников, так как зачастую на респе мало очень прострелов. Да и в принципе у нас есть преимущество по этому флангу. Теребонькает точку С прожек вражеский. Хочу засадить ему фугасом, но он как будто прям чувствует. И сдает назад. Наши союзники пока просыпаются. СТ-шка одна зафакашила, ну ничего страшного. А пока команда противника тоже сюда не торопится, есть возможность агрессивно продавить. ТСД-двойку никто не кроет. Гриля 15 слабый у Вены вперед, минус 5. Поэтому прям так еле-еле подползаем. По бортам, если вы будете рубку отводить, там уже до минус 7 градусов. Выгоняем ТСД-двойку. Остается она шотная. Я думаю, ну все, уходит. Решил чекнуть. Еще разочек. Получает фугас башни. Ну, бат уже, скорее всего, должен уходить быстренько в ангар. Смотрим также. У команды противника есть Яга. Опасная ПТ. И, возможно, она осталась у себя на респе. По мини-карте обращаем внимание, что точка А уже взята. Знаешь, кто-то проехал по городу. Наш АФКшник так и не проснулся. Отсвечиваемся, чтобы не получить от Яги. И возвращаемся обратно. Бывают такие ситуации на этой карте, если, допустим, команда противника имеет большое количество ПТ опасных и засели у себя на респе, лучше всего не проезжать вперед, а как-то постараться объехать, вернуться обратно и через точку А отыграть, дабы не получить огромный отстрел. Наш хомячок засвечивает Ягу. Отлично, есть возможность по нему поработать. Яга умная, сразу спускается вниз агрессивно, и, скорее всего, хомяк там проиграет это ПВП. Все, нашего ФКшника обнаружили. Катается тут еще Маус. И засел. Все. Не хочет проезжать дальше. С8. Подставляется. Остаемся втроем. Яга справа. Оставаться здесь нельзя. Потому что, когда прога подъедет, даст мне свет. И, скорее всего, я получу от Яги. Вывод, значит, нужно ехать и принимать прогу. Разворачиваемся. И полетели. Маус уже в агрессию летит. Да, засвечивается прога. У нее 1900 хп, значит, игрок поставил на броню. Видели, ВЛД такое красненькое. Обязательно ставьте прогу на броню, так как она начинает танковать крупные калибры. Маус совершает ошибку, что начинает пячиться назад. Возможно, он забыл про то, что там осталась Яга на респе. И сейчас будет очень сильно получать. Да, он уже получил. Я пишу ему: никак нет, держим позицию. У нас есть маленькая возможность вытащить это. Хочу забрать фугасом, но, к сожалению, летит мимо. Не успел я досвестись. Маус все равно продолжает давить нашего Мауса. Даем в борт. Остаюсь 1 в 4. Ситуация плачевная, но в приоритете стоит забрать СТ-шку. Так как если она зайдет в корму, я уже ничего не сделаю. Выдаем в борт. ДПМ у гриля очень классный. Видим, насколько быстро я перезаряжаюсь. Подрубающий адреналин. И забираем. Все. В принципе, Яга стоит впереди, пока она еще будет ехать. Но у Мауса 2127 хп. И я играю на гриле. Будь я на каком-нибудь Е3, я бы мог танковать. Но это гриль. Фугасоприемник. Он еще меня поддавливает. Яга там засветилась. Где-то С8, пока берет точку Б. Хоть что-то. Я стою с шотом. 358 хп. Я надеюсь только на альфу. 770. Дай, пожалуйста, мне 800. Давай. 569. Ну тут все. Яга справа. И я в любом случае отлетаю. Вот такой бой получился. Знаете, как можно, если бы я забрал, допустим, ИСа 8 фугасиком, прошла бы каким-то волшебным образом альфа по Маусу. И если бы Яга, ну, пыталась бы меня агрессивно продавливать, я крутился бы вокруг камешка. Тогда был бы шанс вот потенциально набить там больше урона. Но видите, это все-таки в большинстве случаев везение. Получилось как-то так. ТСД-двойка, к сожалению, так и не проснулась в бою. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. У нас также скоро будет розыгрыш 9 танков премиумных, 4 8 уровня и 5 танков 9 уровня.
Оценивайте, оставляйте свои комментарии, были ли у вас такие бои. И уже до новых встреч.